Друзья, приветствую вас в походе. В этот раз собираемся пройти по серии исп в горно-лесистой местности. Ну и о задачах расскажу более детально уже по ходу дела. Ручей Филимонов. Сегодня практически весь день будем идти без воды. Там по пути небольшой ручеек должен быть, но не факт, что в нем вообще вода будет. А к концу дня выйдем к речке, возле которой находится балаган. Вот он первый грибочек. Прямо из мха рос. Вот это мухомор. В общем, грибы есть. Так что надо идти и смотреть по сторонам. И где-то километров 9 надо идти по дороге. Здесь в нескольких местах, где-то раза 3, будут так называемые обходы. То есть там, где дорога выходит на вершину каких-то отдельных холмов, то можно трассом обойти. Вот, а дальше, с 9 километра, начнем спускаться вниз в речку Безымянку. Один из обходов, получается, что дорога слева поднимается на гору. А мы идем по склону. Такая полузаросшая тропинка. И чуть позже опять выходим на эту же самую дорогу. Здесь еще цветет рододендрон, хотя ниже он уже отцвел. И вообще с высотой сдвигается вот это время. То есть там выше в горах еще только начинается весна и сходит снег. Очень опасное дерево. Вот оно сгнило, тут надломилось. И буквально держится за счет того, что облокотилось вот на ту пихту. Это может рухнуть. 4-й километр. Раньше стояли вот такие деревянные столбики. Вон старый столбик, тоже цифра 4. Вообще я переносил вот эти столбики на USM-карту, но пропустил 5-й. Так что сейчас буду идти аккуратно искать 5-й столбик. Надо будет на навигаторе, соответственно, поставить точку. Уже дома занести эту точку на карту USM. Отметка 5-й километр. На навигаторе обозначил точку. Циферка 5. Вот здесь был 4-й. И вот он 6-й. Довольно резко накрыло тучей. И начался мелкий дождь. Ну и все-таки пришлось остановиться. Накинуть на себя дождевик. Дождь усиливается. Прошли 6-й километр. Сейчас еще немножко по дороге. Там налево будет обход. Километра 2 он срезает. Вот так вот, как по склону горы. А дорога идет через верх. Начало обходной тропы. Вот она пошла. А дорога уходит вверх. Появились кое-какие просветы. Вон там небольшие облачка внизу. Вон выше, видишь? На пихте, на ближайшей. Ну, на вот этой. Белка. Все, перешла на другую пихту. Дождь прекратился, остановились, скинули плащи. Вот такое знаковое место. Развилка на Безымянку. 2 километра до речки. Сейчас начинаем спуск к вот этой тропе. Там возле реки установлена землянка. Балаган Раченкова называется. Плутаем по лесу. Тропа не прочищена, и огромное количество таких толстенных деревьев поперек лежит. Одну обходишь поперек, дальше второй идет вдоль, начинаешь его обходить. И так вот только одни обходы постоянные, где тропа уже непонятно. С корнями выворачивает.
там выше таких штук 10 уже обошли. Так, я уже вижу сквозь деревья землянку. Шумит река. Сейчас перейдем речку и посмотрим, как дела с балаганом. Река безымянная. Чтобы перейти, не разуваясь, можно пройти немножко дальше и воспользоваться вон тем упавшим бревном. Друзья, хочу рассказать о магазине «Кант». Это магазин товаров для спорта, туризма и активного отдыха. Мне они прислали кое-какое снаряжение на тестирование. Про ботинки делал отдельный обзор. В описании к видео оставлю на него ссылку. А сегодня вкратце хочу рассказать вот про такую интересную повязку. Повязка от всем известного бренда BAF. Материал двухслойный, приятный на ощупь, мягкий. Реально два слоя. Вот эти элементы светоотражающие. Что мне понравилось, что эта повязка произведена не в Китае. Производится эта повязка в Испании. Для чего ее можно использовать? Используется она в теплое время года, для того, чтобы пот с головы не скатывался вам на лицо и на глаза. А также ее можно использовать под шлем при велосипедных прогулках. Вот так она выглядит под велошлемом. Повязка совершенно не ощущается. Материал легкий, дышащий и быстро сохнущий. А за счет двухслойности она хорошо останавливает влагу и при этом мгновенно высыхает. В общем, повязка реально удобная, рекомендую. Оставлю в описании к видео ссылку на вот эту повязку в магазине «Кант». Заходите, смотрите, может кому-то пригодится. Да, печалька. Наш домик совсем плох. Ну ничего, у меня есть тент. И сейчас что-нибудь придумаем. Удалось соорудить вот такую конструкцию. Сверху прикрыл тентом. Снизу чуть-чуть застелим лапником землю, чтобы не так грязно было. Изначально думал, чтобы внутри прямо костер развести. Там есть очаг. Но тент слишком большой. Вариантов. Как его так растянуть, чтобы над костром было открытое пространство, я не нашел. Вот. Но в таком варианте, конечно, мы не сможем костер зажечь, потому что искры все попадут на тент. Костер будет на улице. Где-то вот здесь расположимся, два коврика. Сегодня на ужин решили сготовить такую вот смесь рис и грибы и какие-то овощи. Это называется плов грибной. Так как грибов набрали довольно мало, на суп или на жарку их не хватит. И они сюда пойдут как дополнение к плову. Причем сначала обжариваем его на растительном масле. Туда же кинули грибы. И потом можно варить. Костер уже зажегся. Так, блюдо готовится. Сухую смесь уже обжарил на масле, дальше порезали мелко грибы, кинули, и сейчас это все проваривается. И вот таким вот образом надо варить, пока вся вода не выкипит, не останется консистенция плова. Ну, сейчас попробуем. Плов готов. 125 грамм на двоих. Получились такие хорошие порции. 125 грамм сухой смеси. Ну, плюс еще, сколько у нас там, 3 гриба. В общем, с какими-то специями еще. Вполне неплохое блюдо получилось. Собрались выходить. Сегодня собираемся дойти до избы в местечке под названием Горский Табор. Нам сейчас, ну, примерно в том направлении выйти на тропу и дальше на круто вверх поднимается. Егеря сказали, что тропа нечищенная,
Не знаю, насколько она проходимая. Вот здесь вчера у нас был костер. Тут вокруг куча всякого мусора. Какие-то были упаковки от кашек и прочего. Я, в общем, это все сжег. Но вот бутылку не стал сжигать. Пускай останется на совести тех, кто ее кинул. В домике в этом балагане куча мусора также осталась. Там водятся мыши, кстати. Бегала ночью тут мышка. Но, в общем говоря, тут этой мыши делать особо нечего. Разве что крыша над головой есть. А обычно мыши любят селиться в избах, где люди оставляют какую-нибудь еду. Ну, как и ожидалось, тропа завалена. Упавшие деревья, причем, смотрите, такие вот большие зеленые листья. Оно либо упало недавно, где-то не более чем месяц назад, либо, может быть, оно так упало, что корневища там еще живы остались, и оно продолжает таким образом существовать. Бывает такая ситуация, когда выворачивает корень, но он частично в земле, и дерево еще остается живое после падения. Вот такие вот грибы вчера в огромном количестве попадались. Смотрите, вот там еще он растет. И вот он. То есть, если их собирать, вот он еще один, то можно их набрать огромное просто количество. А, по всей видимости, это дубовик, либо поддубовик, я точно не знаю. Надо будет дома его определить. Насколько я понял, он условно съедобный. Прежде чем готовить, нужно отваривать. Вот он на срезе. Просто мгновенно стал фиолетовым. Вчера такие же я срезал довольно долго. Они были ярко-желтые, потом постепенно меняли цвет. Этот не успел его срезать, он уже фиолетовый. Но он червивый. Вот эта нижняя часть. Там видно червяков. Она, кстати, очень легко отделяется от верхней шляпки. Вон она внутри, вот такая желтенькая. И вот он на срезе вот такой изначально желтый. А потом становится такого цвета. Набрали метров 300 высоты, делаем остановку на отдых. Впереди еще метров 500 надо набирать. Пошла вверх тропа. Изба находится на высоте 2000 метров. Тропа окончательно потерялась. В итоге забрели какие-то дебри. Сейчас пытаемся выйти на тропу, но ее не видно. Здесь что-то такое. Сегодня примерно в это же время пошел дождь, периодически гремит. Сейчас времени 2 часа с небольшим, где-то 2:30. До избы остается еще 3 километра, наверное. Гремит. Но пока такой дождь особо сильно не пошел. Мелкий побрызгал. Накидку достал, но несу в руках. В случае чего можно будет сразу ее накинуть. Выходим на границу леса. Высота 1900 метров. Ну, выше 2000 начинается субальпика. Это примерно, вот, наверное, как раз высота того хребта. Так, ну вот и показалась изба Горский Табор. Вот она, крыша. А вот это сверху туманом накрывает, это гора Пшекиш. И на нее мы уже завтра пойдем. Сейчас нам нужно добраться до избы.
конструкция, это не изба, это балаган. Балаган, горский табор. И вот он начинается дождь, как мы вовремя. Опа. Есть. Открылись. Балаганчик с дополнительными удобствами. Нары. Окошко есть. И печка. Печка — это просто замечательно. Буржуйка без конфорки. Котелок надо будет прямо сверху ставить. Немножко дольше будет готовиться таким образом. Вот такой здесь родник. Не совсем чистый. Сверху какой-то мусор. Ну, кружкой можно набрать, и для копечения пойдет. Пить из него я бы не стал. И дальше он тут протекает ручеек. Практически нет движения воды, поэтому эта муть там набирается. Он уходит на поляну. Сегодня на ужин овощная смесь с рисом, типа каши должно получиться. Кинул туда еще колбасы, порезал. И на этой печке она все никак не хочет закипать. Она уже горячая. Была уже мысль убрать вовнутрь печи котелок. Не хватает конфорки, то есть должна быть такая круглая дырка вырезана. Так, ну наконец-то каша закипела. Причем и кипит так хорошо. Но она пока тут стояла, я не знаю сколько, минут 30 как минимум. Но закипание, она уже почти сварилась. Сейчас основная масса воды выкипит и готова.